Пользуйтесь простыми конструкциями. Простую конструкцию можно легко прочитать. А вот такой вот каша, ты пока поймешь, что тут происходит, такой, блин. Да, блин, я когда писал, задолбался это писать. Вот, но у некоторых вот почему-то хочется написать, вот, хочется повыпендриваться, да, понаписывать какую-нибудь хрень. То есть я могу написать такой код, который никто не поймет. Но зачем? Чтобы потом не понять. Да, сам же не поймешь потом. Сам будешь стоять и такая, да, вопрос? Давайте вопрос. Код, в общем-то, вполне нормальный. Можно true и false выделить, тогда можно сломать код. Просто опять-таки не как позволить. Так, так. True и false выделить. А, ну, вообще будет отлично. Да, тогда можно сломать голову. А так полностью. Окей, ладно. А, что у нас еще есть веселого? А, бинарные операции, да? Все их любят? Да, все любят? Кто пользуется? Бинарные, бинарные операции. Амперсандик. Битовые. О, блин. Не важно. Пятница, вечер, все понятно. А, битовые операции, естественно, битовые. В общем-то, кто пользуется в жизни? Бывает, да? А что так грустно бывает? Не, понятно, что так грустно. Вообще от хорошей жизни, ну, read, write, execute, это понятно. Это еще нормально. А когда начинается там у вас в классе флаг, у которого уже 512, да, 1024 и так далее и тому подобное, ну это уже, мне кажется, немного перебор с флагами, можно их как-нибудь по-другому реализовать, возможно. Отлично, ладненько. Бинарный, битвы, ой, как все сложно. Ладно, ну а теперь пример вроде бы хорошего кода, я старался. Я честно старался, для этого слайда писал код, который должен понимать любой. Все понимают, давайте. Работает. Глупый вопрос. Ты какой ожидаешь ответ? Какой-то предсказуемый. А почему внезапно инсерт? Проблема со слайдом, он заканчивается, ты понимаешь? Не, хорошо. Не, нормально, то есть вроде бы есть описание. Есть, кстати, отличный тег-код в doc-comment. Если вы пользуетесь генератором документации по коду, то вот эта вот штука вообще бомбически выглядит, да? Там еще даже синтаксис подсвечивается. Это типа PHP документа. Вот, пользуйтесь. Да? Что? Еще? Повторяй только вопрос. Я его не услышал. Кричите. Почему? Окей, да. И ты. Зачем DB insert? Название вот да. Почему так не соответствует? То есть, ну, что такое читать? Да, кстати, да. Ладно, окей, должно быть insert to table, да? И дальше check-in. Окей, согласен. Наверное. Ну, короче, есть над чем работать, да? То есть у вас уже затаилась долька сомнения в том, что этот код хорош, да? Это правильно, это хорошо. То есть есть над чем работать. Не только мне, ну, это хорошо. Так, ну что, еще обсуждение? Еще мысли, да? Так, так, я тебя не услышал, если честно. Одно более используется. Резонный вопрос. Наверное, для того, чтобы не делать проверок, что нам пришел айдишник, интеджер и так далее. Так я знаю, пришел юзер. Почему непосредственный доступ к айдишнику, а не через геттер? На самом деле через геттер есть, это просто... Да, скорее всего через геттер, но он и получается. Да, не явно. Ну, у меня в моем фреймворке, который называется Plus, вот, там есть Magic Getter и Setter, которые, если объявляешь, то идут через Magic Getter Setter. А если не объявлен, то азис из непосредственно данных юзера. Окей, порекламировал. Молодец.
Хорошо, пойдем дальше. А. Есть офигенная такая штука, dependency injection, да? Вот иногда использование этой штуки очень сильно портит жизнь, если честно. Портит в плане того, чтобы, ну вот, пример того, как нам зафигачить SQL-запрос, используя вымышленный dependency injection, да? Вот так вот, 4 строчки. Офигенно. 4 строчки для того, чтобы выполнить единый SQL-запрос. Да и если мой SQL Connect напишу, будет 2 строчки. Вот это вот немного неправильно. Если вы используете dependency injection, то сделайте, пожалуйста, какие-нибудь обертки для того, чтобы было действительно удобно им пользоваться. Ну, вот, пожалуйста, пример, да? Application, getDB, да, внутри там будет вот эта вот лабуда, но потом exec, SQL-запрос. Одна строчка. Вот. У кого DI в проекте? Ну, те, у кого Symfony, у тех DI в проекте, да? Вот. Как у вас? Есть проблема того, что вот это вот пока пишешь? Нет. Нет? У вас все аккуратненько? Отлично. Никто не мешает контейнер расширить и сделать себе удобно. Нет, это правильно. Ну, вот я об этом говорю, что чуть-чуть сделайте жизнь проще. Буквально, ну, врапер для DI сделайте или еще что-нибудь. Ну, расширить контейнер в терминологии Symfony. Окей. Поехали дальше. Дальше я коснусь любимого нашего паттерна MVC. Знаете, вот все, наверное, у всех есть MVC в той или иной мере, может там уже какой-нибудь более навернутый паттерн, но все равно там какое-то разделение, и там где-нибудь какая-нибудь гадость есть, которая называется роутер. Вот. У этой гадости есть свойство такое, его можно настраивать. Мало того настраивать, так оно меняется не для всего проекта, его настройки применяются, а для какой-то части, поскольку захотел так пользователь, да? И в какой-то момент времени вам в этом проекте, вы сидите, вот, представьте ситуацию, вы сидите в саппорте проекта, который делала ваша команда, которая уже легла спать. Все, она спит, она где-то там в Индии, а вы тут в конце вечера доедаете пиццу в пятницу, и тут вам приходит тикет. Вот, по такому-то ссылке кто-то оставил вардамп. Такой вот тикет популярный в пятницу вечером. И вы такие, где? Где эта сволочь? Вот. Начинаешь там искать, ну, легко, если это вардамп, да, если там какая-нибудь кастомная фигня выплюнулась, ее нужно найти. И ты такой по ссылке пытаешься понять, где этот код находится. Проблема в том, что когда у вас проект очень давно, этих кастомных роутов 30, вы понятия не имеете, какой контроллер или даже какой модуль отвечает за этот URL. А он у вас там произвольный какой-то, абсолютно. Вот. Я с таким сталкивался. Меня это очень сильно напрягает. Вот, у кого такая вот проблема возникала? Вы видите URL, но не понимаете, где он. О, отлично. Отлично, да. Я не один такой. Вот, это радует нас много. Поэтому я вот опять порекламирую свой блюз. Я там специально сделал страничку, на которую заходишь, и все кастомные роуты вот так вот будут прописаны. Вот, я рекомендую вам, если у вас там эти роуты каким-то макаром собираются из разных папочек, вот, как в одном другом проекте, в моем проекте, вот, то сделайте страницу, где вы поймете, куда ведет какой URL. Это очень полезно. Это уже даже не юзабилити кода, это, ну, хотя нет, это все-таки юзабилити, да? Это вот как раз тот самый GPS, который должен вам подсказать, куда лезть в коде, когда вы видите незнакомый URL. Вот. Так что постарайтесь это сделать. Может, вы придете в понедельник на работу и напишите такую страничку. Будет просто отлично. Да? Порекламируй Symfony, там тоже есть такая штука.
Да, в консоли есть, но не всегда консоль доступна. Да, очень плохо. Вот. Окей. Еще отдельно я коснусь структуры папок. Вот такая вот структура, да? Да-да-да-да. Клевенькая такая. Вот. Да, а внизу там лежит один файлик вообще. То есть даже вот здесь я тут индекс и профайл написал, а там может быть один лежит. Вообще замечательно. Меня, если честно, очень подкумаривает вот это брожение по папкам пустым. Ну, конечно, сейчас, по-моему, в PHP-шторме, да? Если пустая папка, то он, да, первый не пустой открывает. Ну, вообще, они, конечно, молодцы, но, пожалуй, стоит избегать подобных структур. Вы, конечно, очень хотите все разбить на модульки, на контроллеры, там еще на какую-нибудь свою известную вам, ну, систему, да, на кусочки, пакеты, неважно, как это будет называться. Но постарайтесь избежать вот этой вот огромной структуры пустых папок, в которую вам каждый раз нужно будет закапываться. Ладно, если IDE-шка вам что-нибудь откроет, но, блин, будьте милостливы. Ну и для себя над собой, и для других нужно все-таки людям помогать, а не вставлять палки в колеса. Вот. Это по структуре папок. Можно? Да. Что ты предлагаешь? Я предлагаю вот этот скрипт, если тут больше ничего нету, и у тебя вообще в проекте ничего не подразумевается, удалить. Че нет? Почему нет? Ну тут уже извините. Нет, в действительности, вот меня напрягает, когда вот используют Zen Framework с включенными модулями, а там лежит лишь один контроллер авторизации, да? Вот такие вот, ну это вот я вам, как это, самый жесткий пример, да, вот такой вот ненужной вложенности и так далее говорю. Я думаю, в других фреймворках, в других системах такая же система, такие же случаи бывают, когда вроде бы функционала немного, да, но пока ты будешь бродить по всем этим папкам, задолбешься. Ну вот есть такой момент. Ну, возможно, тут можно как-нибудь склеить users views, я не знаю. Или выкинуть модули, если кроме юзеров больше нету ничего. Ну, упростить можно. То же самое, application, если там лежит только модули. Почему не просто оставить модули? Перенастроить, ну, у тебя же, скорее всего, в ваши фреймворки позволяют настраивать вот эту вот структуру папок. Не ленитесь ее настроить так, чтобы она действительно была удобной. Не нужно оставлять ее дефолтной, если в этом нет необходимости. Вот это другие грабли ты создаешь. Что-что? Эти ты создаешь другие грабли. Когда у тебя много проектов, то потом support. То, что разная структура папок у разных фреймворков, да? Не, ну, к примеру, на Zen Framework там допустимо несколько вариаций структуры папок. К примеру, так почему не выбрать попроще, если у тебя есть выбор? Другой вопрос, что тебе впадло, и ты уже привык к вот такому вот архитектуре, и ты для одного Hello World разворачиваешь там кода на пару мегабайт. Ну, это отдельная история. Вот, так что за гигиеной структуры папок тоже следите. Это касается не только PHP, но и JavaScript, CSS и так далее. Я вот, кстати, очень часто вижу пример, связанный с jQuery-плагинами. Вот каждый jQuery-плагин норовит притащить какую-нибудь свою CSS-ку, свои картинки, что-нибудь еще свое. И у всех разные структуры. В результате я открываю там папку public, и там img, image, images и так далее и тому подобное. Вот этого старайтесь избегать, да? Вообще бомба это когда у вас есть style.css и styles.css. Это вообще просто... У кого такие вещи в проекте? О, да! Много такого. Сочувствую. Ладно. Поехали дальше или еще есть вопросики? Попробую еще что-нибудь. Ну, возвращаясь к меняемости кода, вообще очень стоит иногда, как это, оторваться немного от клавиатуры.
и посмотреть на свой код, постараться посмотреть на свой код критическим взглядом. Вот ты смотришь такой, это кажется, да, ну, первым признаком, это если у вас ошибка в 2446 строчке, да, это уже должно вам дать какой-то намек на то, что что-то тут не так. То есть 2000 строк в одном файле, это немножко неправильно. Вот. Если у вас, ну, вот, проблемы с тем, что у вас идет контроллер, да, контроллер users, у него там экшенов 30 штук, 40, 50, блин, он опять тоже эти 2000 строк весит, ну, видать, что-то вы не так делаете. Сколько вот такое вот, как это, напихивание функционала все в одну кучу, оно до добра не доводит. Мало того, что у вас код, ну, плохо структурирован, так, скорее всего, с большой долей вероятности у вас он там повторяется. То есть, смотришь на него, пролистываешь 3-4 листинга, там та же функция, да, там было get, не знаю, что, get profile, get profiles, которые ловят айдичник и так далее. То есть у вас 100% будет повторение кода. Я вообще рекомендую все-таки прогонять код тулзами, которые чекают дублирование кода, помогает. Реально, можешь, смотришь такой, блин, ну и просто херишь часть кода по бырику, чтобы никто не видел, что этот код тут был, и он скопипащен откуда-то по факту. Так, ну я еще расскажу насчет ветвлений. Ветвление начинается, ну, как это, критическая точка, когда показывает то, что у вас какая-то фигня происходит. Это когда у вас появляется горизонтальный скролл. Все, у вас проблемы в коде. Сейчас у вас у всех моники, да, там 1600 и так далее, ну, большие разрешения. Вот, и у вас есть горизонтальный скролл. Ну, вот это вот очень такой показательный пункт, который такой, все, надо что-то менять в этом. Вот, пора что-то с этим делать. Окей. Так, я что-то хотел такое рассказать веселое и забыл. Ладно, может, еще вспомню. Поехали чуть дальше. Ну, уже настала пора делать выводы. Собственно говоря, к чему я это? У нас есть, конечно, наши, как это, фрегаты, да, в строении фреймворков, там, Zen фреймворк, Symfony, EAR, там, и так далее, и тому подобное, есть CMS, очень много всего. Но иногда стоит, нет, по-другому перефразирую, не всегда стоит ориентироваться на эти флагманы наши. Потому что они писались давно, они погрязли какие-то свои стандарты, которым уже много лет. Вот, иногда стоит проявлять инициативу и делать что-то свое. Не всегда стоит вот такой, вот, я написал этот код, потому что так пишут все, кто пишет на ZF. Но достаточно плохая аргументация, если ты не понимаешь, почему он так написан. Вот это основной момент. Не стоит ориентироваться на кого-то, если ты не понимаешь, что им движет. Почему у вас там вот эти вот хелперы, да, ну, возвращаясь к Zen Framework, хелперы контроллеров, почему они именно таким образом работают, да? Я вот сейчас говорю, почему они через подчеркивание, потому что так было кому-то удобно. Ну, это, точнее, это не то, что кому-то было удобно, это кому-то было лень разработать систему, которая будет работать иначе. В действительности в Zen Framework 2, по-моему, уже совсем по-другому это работает, да, Action Helper. Вот. То есть, как бы, это тоже чьи-то пробы, чьи-то ошибки. Не всегда стоит их повторять за кем-то. Стоит всегда подумать, остановиться, подумать, как бы ты сделал на месте разработчика, как ты посмотришь на свой код в дальнейшем, да? Если у вас появилось желание, блин, сейчас я вот напишу этот костыльчик, но потом я его перепишу.
Ну вот это потом, в большой доле вероятности, наступает только тогда, когда вас в этот костыльчик носиком так раз, смотри, какая штука ты замечательно писал. А ты такой, ну я же написал эту тудушечку, я же это исправлю. Я говорю, этому коду уже 3 года. Хорошая тудушечка. А, вот. Еще я вот хотел похвалить jQuery. jQuery, несмотря на то, что внутри он там немного корявенький, да, местами неадекватненький, но все равно он завоевал свою популярность, потому что им удобно пользоваться. Что ни говори, вот когда все скрыто внутри фреймворк, это удобно. Удобно вызвать метод CSS, отдать ему параметры, и они поменялись, эти CSS. Тебе абсолютно не интересно, как он их там будет применять. Тебе не нужно писать ветвление типа если это браузер Opera, да, там, или Firefox, или еще что-то там, нужно такие-то хаки или такой-то метод, да, применять. Я 100% уверен, что где-то жил когда-то фреймворк, который делал там Firefox CSS применение, да, и там применяются вот эти вот с приставкой MOS CSS свойства. И еще какая-нибудь фигня. Вот, не нужно это вывешивать наружу. Нужно наружу вывешивать удобный интерфейс, действительно удобный, которым будет удобно пользоваться, который будет действительно однозначен, действительно прозрачен, что у вас не будет возникать мысли, вы вызываете метод и думаете, ой, а какой же тут параметр передавать, ой, а что он сделает, ну и так далее и тому подобное. Действительно, если в jQuery тоже хватает этих косяков. Я могу рассказать, вот, например, про метод on, да, новый, который появился в 1.8, 7 даже, да. Отлично, я постоянно путаю параметры. Вот что на что вешать, ну, в общем-то, немножко вот есть с юзабилити, там проблемы в этом плане, потому что, ну, немножко неоднозначен. Даже вот я такой написал код, обработчик, а потом пишу следующий, понимаю, что мне IDE-шка подсказывает, что параметры-то я местами опять перепутал в очередной раз. Вот. Это вот немножко, конечно, напрягает. Окей. Ну, собственно говоря, на этом все. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, прошу задавать. Что? Блюз еще не похвалил еще раз. Еще раз? Да. Третий? Да ладно, зайдите, посмотрите. Там ссылка, да. Есть небольшое дополнение по поводу выводов. Сейчас мы конечно. Слушали, побежим сразу же делать по стандарту, по Библии делать код. Я бы сказал, что это неправильно. Я бы подчеркнул, особый пункт – это ревью кода. То есть, если выработан один стандарт в рамках одного коллектива или фирмы, то, собственно, процесс ревью кода и заложенное время на его, за это должен заплатить, хороший код, на самом деле. Никто не делает. Почему хороший? Время. Время, деньги. Проекты маленькие, как правило. Время, деньги, поэтому мы получаем то, что мы получаем. Поэтому особым пунктом я бы все-таки попросил выделить именно процесс ревью кода. Всегда можно автоматизировать, добавить в гид проверку на основные стандарты, добавить обязательно, чтобы вот видите, как попасть в главный бранч, он должен пройти там нужных людей и так далее. Вот это сократит время и научит коллектив ходить в одном стиле. Собственно, это мое мнение. Да, я, конечно, полностью согласен с этим мнением. Что бы я еще добавил? Но, знаете, вот когда все полагается на ревью, если у вас Continuous Integration, да, у вас там есть тузы, которые приводят все к единому стандарту, все равно не стоит расслабляться. То есть не стоит делать, настраивать процесс таким образом, чтобы девелоперы, неважно кто в каком стиле педалил, но в конечном итоге оно пройдет через тузу и получим единый стиль и образ кода. Вот. В результате этот код опять придет к этому девелоперу, а он привык по-другому пробельчики ставить, да, если утрировать до такого. Насчет ревью кода, конечно, да, конечно, за. Вот. Еще вопросы? А по поводу тулзов каких-нибудь, ну, я, может, пропустил в начале доклада? Ну, насчет тулзов, которые вообще... Адаптирование под стандарты, это Storm... PHP-CS, да? Ну, вообще... Третий раз хвалю Блюз. Я уже зашел. Да, молодец. Вот, там есть Туза, Continuous Integration, Travis. В ней подключены
из тулзов, которые к этому относятся, это PHP Code Style, PHP CS, Mass Detector, MD, ну и так далее. В общем-то, все эти тулзы, которые ты найдешь в принципе в конфиге, их можно использовать, да, и они там фактически тебе обрушат билд, если ты там на бокопоре. Вот. Можно таким принудительным способом контролировать то, что вот кто-то не соблюдает стандарты. Ну или как вариант, вот будет ревьюист кто-то постарше, да, разработчика, если у вас есть возможность такая. Но опять же, время сеньора разработчика стоит дорого. Скорее всего, вы придете к какой-то либо автоматизации. Но автоматизация не гарантирует полное, ну, избавление от такого поведения. Еще вопросы? Да. Настолько сложно писать сразу нормальный код? Следуя стандартам, там, с 4 пробелами, нормальными усыками, т.д. и т.п. Мне не сложно. Вообще переучиться под любой новый стандарт занимает обычно от недели до двух. Любой вот, ну, если завтра примут другой стандарт, я на него сяду, я через неделю или через две уже привыкну к нему и буду уже писать на нем сразу и не отходя от кассы. Да. И обещаешь, честно, да, клянешься на Библии, что не будешь. Ну, да. Не знаю, ребята, пользуетесь, нет. Я для себя просто открыл всякие автоформаты, которые настраиваются, например, в Node.js. Вы можете под ваш стандарт просто настроить ваш любимый IDE, и потом на автоформате получить 80% этого стека. Ну, то же самое в шторме есть. Вообще, ну, человек говорит о том, что зачастую сейчас в IDE позволяют настраивать автоформатор под заданный стандарт. Не только заданный, ну, как это, в промышленных масштабах, типа Zen Framework, Symfony и так далее, но и любой свой, который у вас принят в компании или принят при разработке конкретного проекта. Потому что и такое тоже есть, например, в том же Drupal, там у него свои стандарты, по-моему, кодирования. Вот, и, соответственно, у вас все это настраивается. Какие вопросы, да. Какие вопросы? Написали свой класс, прогнали через автоформаты, получили на выходе практически соответствие. Написали свой класс, забыли его прогнать через автоформат, и заканчивали. Нет, если ты создаешь класс, обычно автоформатор, он уже все, он уже работает. На самом деле в PHP Storm'е при коммите в тот же JIT или еще то да, там можно... выскакивает, и дубликейт код можно настроить. И... Да, да, это конечно да. Главное не давать сеньору... А, человек говорит, как это, посылает лучи добра и света разработчикам PHP Storm, которые при коммите позволяют также навешивать автоматические тулзы для... Они в шестой, да, версии как раз очень много добавили. Да, в шестой вообще, шестерка вообще отличная версия. Аминь. Да. Пока вы здесь все собрались, если кто пользуется Storm, как поменять цвета В шестом шторме, там же они сделали поддержку их не темы Даркула, или как это так называли? Как ее убрать? Нет, тебя лапочка светит. Как переключить тему, думаю, нашел. Нет, он не тему, он вообще вот это обсуждалось, по-моему, даже на блоге разработчиков. Они говорили, мы вот сделали новые универсальные иконки, которые и на белом, и на темном фоне выглядят одинаково фигово. Да, селеви, вот это, конечно, возможно, они в следующей версии с этим что-то сделают. Вообще, я очень рекомендую, если вам что-то, ну, комьюнити, нет, не комьюнити, разработчики, они очень адекватны, заводим issues в баг-трекинге, кидаем клич в Twitter, и все, профит. Будет там уже... На самом деле они не в шторме это сделали, а в IntelliJ. Поэтому будут ли они там менять, потому что это как бы наследие. Не, ну, неизвестно. Возможно, и там можно кинуть ключи. Я думаю, это такие папочки мало кому нравятся. Я не знаю, мне они тоже не особо нравятся. Но я уже привык, я вообще люблю... Легко мне адаптироваться. Ладно, ребят, давайте еще, если будут вопросы, зададим их уже в кулуарах, за кофе-брейком, поскольку уже времечко. Все, спасибо за внимание.